Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о самых популярных ошибках при уходе за кроликами. Обаятельные кролики при правильном уходе способны стать идеальными питомцами. Этих животных сложно назвать прихотливыми, однако их содержание требует соблюдения определенных нюансов. Каковы главные особенности ухода за кроликами? О чем важно не забывать при их содержании? Давайте подробнее рассмотрим самые популярные ошибки при уходе за этими животными. Неподходящее место для жилья – первая ошибка. Помните о том, что идеальным местом для проживания домашнего кролика станет клетка. Коробки, ящики, контейнеры для такой цели не подойдут. Клетка должна быть достаточно просторной для зверька, не менее 60 см в длину. Также хорошо, если у нее будет поддон с соломой или опилками. Неправильный выбор места для клетки кролика – вторая ошибка. Жилище вашего питомца должно не только быть удобным для него, но и располагаться в правильном месте. Старайтесь не ставить клетку возле батареи и на сквозняке. Кролики крайне чувствительны к повышенным и пониженным температурам. Недостаточный уход за здоровьем и внешним видом кролика – третья ошибка. Чтобы поддерживать прекрасные внешние данные зверька, необходимо регулярно расчесывать питомца специальной щеткой, следить за чистотой его глаз, зубов и ушей. Также важно не забывать вовремя подстригать кролику когти. Кроме этого, животное необходимо регулярно показывать ветеринару. Несбалансированное и неправильное питание – четвертая ошибка. Старайтесь не допускать ее при уходе за питомцем. Для этого помните несколько простых правил. В качестве основы рациона кролика лучше всего использовать сено. Главное, чтобы оно было качественным. Свежие овощи, например, морковь, свекла и брокколи, хорошо подойдут в качестве лакомств. Давать их кролику стоит небольшими порциями. Кроме этого, важно следить за тем, чтобы у животного всегда была в клетке чистая свежая вода. Отсутствие заботы о досуге кролика – пятая популярная ошибка. Кролики нуждаются в общении и внимании. Для них крайне важен интересный досуг. Будучи владельцем такого зверька, старайтесь ежедневно играть со своим питомцем. Обязательно выпускайте его свободно погулять по дому вне клетки. Купите ему развивающие игрушки. Ваш кролик будет благодарен вам за такую заботу. Итак, мы перечислили самые популярные ошибки при уходе за кроликами. Старайтесь не допускать их, будучи владельцем этого обаятельного животного. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!